Я Юрий Сидоренко, профессиональный автомеханик. Мне трудно понять тех, кто бросает своих старых железных друзей гнить во дворе. Я даю вам последний шанс заработать деньги, продав мне свой автоклан. Деньги вы можете потратить на ремонт своего автомобиля. Или просто забрать. Но тогда я уничтожу ваш автоклан самым безбашенным способом. Сейчас я еду в город, через который проходит граница Урала и Сибири. В нем даже есть автодорога под названием Меридиан. С одной стороны находится Урал, с другой — Сибирь. Все мы знаем, насколько суровы мужики этого города. Но мало кто догадывается, что суровыми их делает тот факт, что они одновременно и уральцы, и сибиряки. Итак, сегодня я в Челябинске. Сейчас я еду к Юлии, которая оставила заявку на участие в программе «Утилизатор» на сайте телеканала ЧЕ. Меня зовут Юля, я живу в прекрасном городе Челябинске. Я очень рада, что я участвую в моей любимой программе «Утилизатор». Я когда-то пела и танцевала, но перед камерой меня в первый раз. Конечно, я волнуюсь. У Юли есть Nissan Almera красного цвета. Как только я увидел фотографии этой машины, то сразу же понял, что хочу познакомиться с ней. Ну и с очаровательной хозяйкой тоже. Мой автомобиль Nissan Almera 1999 года. Машина очень классная, бодрая. В ней можно даже в гонках участвовать. Мой автомобиль стоит 81 тысячу рублей. Я был немного удивлен, когда узнал цену, за которую Юля хочет продать мне свой автомобиль. Так что я намерен торговаться. Поехали! Юля. Да. Очень приятно. Люблю, когда в моей программе принимают участие очаровательные женщины. А Юрий Сидоренко, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. Юля, а ты, вот это правда, что ты продаешь свою машину за 81 тысячу рублей? Да. Ну, тогда меня такая цена не устраивает. А какая устраивает? 40 тысяч рублей. Ну как? Откуда такая низкая цена? Из головы. Могу аргументировать? Я бы попросила. Я бы очень хотела, чтобы он мне аргументировал сумму, которую он берет. То есть мне, как девушке, это очень интересно. Откуда берется такая сумма? Так, капот. Вон вмятина. Здесь какая-то царапина на капоте. А что вообще произошло? Недавно я в саньончик въехала плавненько. Тормоза отказали. Еду на светофоре, понимаю, что тормоза не работают. Ну, я припарковалась нежно. Вот, в принципе, отсюда капотик немножко и пострадал. Ну, погнулся немножко. Но это 5 минут работы молоточком, и все будет на месте. Просто я сама не решилась. Фар-то разбито? Есть немножко. Это плохо, конечно. Ходовые огни какие красивые, а? Красивые, гламурные. Гламурные, согласен. А не боишься потерять? Нет, я подойду, вот так сделаю. Все. Молодец! Как мне показалось, что Юля — это типичная женщина, которая пытается в каких-то вещах быть мужчиной, но у нее это, правда, не очень получается. Для того, чтобы продавать машину за 81 тысячу рублей, надо было капотик поправить, фару новую купить, бампер отремонтировать и покрасить, зазорчики выставить. Это стоило всего бы 11 тысяч рублей. Дороговато. Да нет, я тебе говорю, нормальная цена. Ну ладно, хорошо. Все-таки я мужчина, ты женщина. Вот сколько ты можешь скинуть за переднюю часть? 3. Не, ну слушай, ну что-то это... Ну хорошо, ну хотя бы 7. Хотя бы 5. Ну, 6500. Вот 6500, это, в принципе, это вот уже не нашим, не вашим. Ну, хорошо. Ну, спасибо. Я стараюсь настаивать на своем. Но если чувствую, что справедливое замечание, то согласна уступить. Вот, хорошо. Тогда скидываем 6500 и пойдем левую сторону смотреть.
Вот здесь еще на крыле вот поклевка треснула, там ржавчина. Ну, пока мы эти повреждения все держим в уме. И идем дальше. Так, Юль, ну, дверь-то в хорошем состоянии. Дверку открою? Пожалуйста. Проем двери-то вообще идеальный. Краска, наверное, заводская? Наверное. Я тебе говорю, заводская. Класс, а? Это что за провода? Подсветка. Да ладно. А, действительно, подсветка. Тюнинг. Подсветка нижняя. Ему очень понравилась. Мне самой она нравилась. Круто, а? Ну-ка. О. Слушай, ну салон такой чистый, ухоженный. Пахнет приятно. Ну, вот, вот сразу видно, что владелец автомобиля женщина. Ну, к салону претензий нет вообще. Ну что ж, продолжим. Крыло, в принципе, в хорошем состоянии. Стекло тоже целое. О! Вот. Ну, в общем-то, в принципе, сторону посмотрели. Переднее крыло надо подремонтировать и покрасить. Ну, и заднее крыло надо вон туда вон латочку поставить, заварить, зашпаклевать и покрасить. Вот по сюда. О. Это обошлось бы тебе всего 11 200 рублей. Но деньги в ремонт не вложены. Вот. Поэтому я планирую скинуть со стоимости машины 11 200 рублей. Многовато. Что значит многовато? Юль, ну ты просила аргументировать мою цену 40 тысяч рублей. Я тебе вот и аргументирую. Между прочим, я тебе цены называю, как если бы делал я машину сам, а не в сервисе. Если хочешь, могу тебе сервисные цены сказать. Приблизительно. Ну, даже не приблизительно, а точно. Значит, переднее крыло, ремонт 3200, покраска 2400, 860 рублей арматурные работы, плюс 2600 – это материалы. Заднее крыло, ремонт 5000 рублей, дверь снять, поставить 1200. Частичная покраска порога вот по сюда. Итого, ремонт левой стороны по цене автосервиса будет составлять 20 660 рублей. В принципе, тоже хорошая цена. Какую выбираю? Зато я теперь точно знаю, что на некоторые предложения лучше соглашаться сразу, не торгуясь. Иначе выйдет себе дороже. Ну, 11 200 мне больше понравилось. Ну, хорошо. Идем дальше. Слушай, ну, крышка багажника, я считаю, вообще в идеальном состоянии. Фонарик разбит на бампере, ссадины. Ну, у меня здесь два предположения. Это либо кто-то в тебя въехал, либо ты в кого-то. В дом. В дом? Угу. Это как так? Ну, так получилось. Было темно и страшно. В дом. Юль, ну, бампер придется вообще подремонтировать. Сколько будет стоить? А 4200 рублей. А подешевле нельзя? Нет, подешевле, конечно, можно. Нет, нельзя. Да тут подкрасить чуть-чуть. А я тебе сейчас объясню. Вот здесь подкрасить чуть-чуть, вон там подкрасить чуть-чуть. Вот если бы у меня сейчас был лак для ногтей с собой, я бы закрасила, а ты бы даже не заметил. Лак для ногтей выручает. Какая мелкая царапинка. Утром выходим, все хорошо. А ты что, всегда носишь с собой лак в цвет машины, да? Да, стараюсь. А, ну сегодня забыл. Ну и хорошо, поэтому красить буду я. А это стоить будет 4200 рублей. Это нормальная цена, я тебе честно говорю. Тебе сервисную назвать? Я могу назвать стоимость лака для ногтей. Это очень интересно, интересно так. Сколько? Рублей 50. Отлично, тогда 4250. Приплюсовал почему-то стоимость лака, наверное, решил еще добавить к стоимости покраски. Я обрадовалась, что я хотя бы маленькую цену на лак назвала, то бы мне еще больше он прибавил. Еще надо парочку фонарей купить, можно не оригинальных. Это 2500 рублей. В интернете они дешевле стоят. Ну, в интернете они там есть, а здесь-то их нет. А я знаю, где их можно взять за 2500 рублей пару. Два. Ну, хорошо. Спорить бесполезно. Нет, почему же? Поспорить всегда полезно. Но скидываем 6750 рублей и идем дальше. Прошу. Ну, правая сторона мне нравится больше. Не думаю. Правым крылом вообще беда. Ну, хотя бы немножко поменьше. Парадокс, да? Ну, если честно, бывает. А, Юра, давай скидываем 5000 рублей. Дороговато. А я, между прочим, не собирался. Ну, правая сторона мне нравится больше. Потому что она лучше?
Не, потому что она хуже. Парадокс, да? Скажи мне, а ты ключи от дома где прячешь? В кармане. Да, я думал, что в пороге. Ну, потому что по-другому сложно объяснить дырку, в которую можно руку запихать. Вот. А дела честно полпути бросаешь? Ну, если честно, бывает. Ну, это сразу видно. Вон, порог-то начали делать и ровно на полпути бросили. Причем реально, вот. О, ровно половина. Устали? Вот ты не доделала. Поэтому придется довести мне, соответственно, скинуть цену. Но здесь все просто: заварить дырку, туда латочку сделать, зашпаклевать, закрунтовать и покрасить порог вот посюда. И будет это стоить 7800 рублей. Дороговато. Да не, вообще нормальная цена. Не думаю. Так здесь думать не надо, надо просто скинуть ее, и все. Ну, хотя бы немножко поменьше. Сколько? 4. Не, ну 4 это не серьезно. Хотя бы 6. Ну, 5500. 5500? Ладно, пускай будет 5500. Ну, тогда пойдем смотреть переднее крыло. А я, между прочим, не собирался. Пойдем. Здесь с правым крылом вообще беда. Оно, походу, решило поменять цвет из красного в ржавый. Особенно вон там, он внизу. Вон. Ну, здесь вот прям все предпосылки к тому, чтобы скинуть 5000 рублей. Рассказываю. Надо ржавчину убрать, дырки заварить, они там точно будут, и покрасить его по полосочку. Вот по вот эту. Ну, в принципе, цену я тебе уже назвал. Хочешь, за тебя скажу? А, Юра, давай скидываем 5000 рублей и на этом останавливаем торг. Точно? Хорошо. Ну что, 5000, долой! Ну, я так понимаю, что мы всю машину уже осмотрели. По второму кругу пойдем? Нет. Ну и хорошо. Тогда предлагаю подвести итог. Ты продавала машину за 81 тысячу рублей, правильно? После совместного осмотра, я считаю, очень хорошего аргументированного торга, твоя машина стоит 46 тысяч 50 рублей. Подожди, это, видимо, я где-то что-то просмотрел. Нет-нет-нет, все. Меня устраивает эта цена. То есть ты ее можешь мне продать за 46 тысяч 50 рублей? Думаю, да. Когда Юля объявил финальную цену после торга, я понял, что я что-то пропустил. Вот, и когда я начал вспоминать, Юля сразу же сказала: не-не-не-не, все нормально, меня все устраивает. Видимо, она так примерно за эту цену и планировала продать свой автомобиль. А в чем подвох? Ты должен сыграть со мной в игру, повезет-не повезет. О, вот оно как, да? А то есть я так понимаю, что машина не заводится? Заводится. Но периодически пропадают тормоза и закипает время от времени. Не, ну, то, что закипает, это ничего страшного. Я с собой антифриз возьму, а вот то, что тормоза пропадают... Ну, ладно, справлюсь. Напомню правила. Если я в течение 15 минут смогу завести твою машину и проехать на ней круг, тогда я куплю ее по своей цене. 46 тысяч 50 рублей. Если я не смогу этого сделать, тогда я куплю по твоей первоначальной цене 81 тысяча рублей. Я так понимаю, что ты согласна. Ты же сама это предложила. Вот, а мне деваться некуда. Так что поехали. А тормоза как пропадают? Неожиданно. Очень информативный ответ. Ты со мной поедешь? Нет, не поеду. Ну, я понял. Ладно. Так, следим за температурой. Едем медленно. Держим руку на ручнике. Ручник-то работает. Ну-ка. Работает. Тест-драйв. Интересно, а Юля сказала, что у нее периодически пропадают тормоза. Самое главное не разгоняться и держать дистанцию. И еще было бы неплохо, чтобы трос ручника не порвался. А то так, в принципе, нормально. О-о-о-о. Температура полезла наверх. Печка. Печка нас спасает. Включаем печечку. О! Пошло тепло, и в машине стало жутко вонять
бензином. Именно не пахнуть, а вонять. Я не понимаю, откуда здесь начинает задувать, но ощущения, конечно, своеобразные. Ох! О! Вот это да! Ха-ха! Пропали тормоза-то сейчас! Это реально машина-сюрприз, но только очень какой-то плохой сюрприз. О, ручник нам в помощь! Не, не так надо сказать было. Ручник нам в помощь! Это точно совершенно. В принципе, если происходит такая ситуация, можно оттормаживаться двигателем и подтормаживать ручником. Самое главное, резко не дернуть ручник. Надо нажимать кнопку и постепенно его поднимать. Потому что можно порвать троса, и тогда вообще беда. Просто будет беда. Вот в данной ситуации вот тормозов уже нет. Вот теперь самое главное, чтобы машина не закипела. Потому что если она сейчас еще до кучи закипит, вот тогда я точно, я даже не доеду до места обратно. Я просто где-нибудь встану и пойду пешком. А, вот и третья неисправность. Начало вести сцепление. То есть я нажимаю на газ, а машина не едет. Я уже не знаю, что еще можно от этой машины ожидать. Потому что сцепление ведет, тормозов нет, она уже начинает сейчас закипать. Отлично. Мало того, что она не тормозит, она теперь еще не едет. Теперь и тормоза не нужны, она просто сейчас сама остановится и все. У меня ощущение от этого тест-драйва вот реально больше, чем достаточно. Это не машина, это просто бинго. 5 неисправностей за 15 минут. Ну как? Без комментариев. Я выиграл игру «Повезет, не повезет», и я покупаю эту машину за 46 050 рублей. И хочу предложить тебе сыграть со мной в викторину и заработать еще 80 000 рублей. Я согласна. Это хорошо. Я в этом сезоне немножко изменил правила викторины, чтобы сделать сюрприз участникам. Так что внимательно слушай правила. Я купил у тебя машину за 46 050 рублей. И эта сумма несгораемая. Далее мы отправляемся на моем автомобиле до пункта назначения. По дороге я задаю тебе 10 вопросов. Первые 3 вопроса, они разогревающие. Цена правильного ответа на любой из них — 4000 рублей. Вопросы с 4 по 9, цена правильного ответа на любой из них — 8000 рублей. Последний вопрос, он самый сложный. Цена правильного ответа на него — 20 000 рублей. Ну что ж, проходи ко мне в машину, поехали! Юль, скажи, давно ли у тебя появился этот прекрасный красный Ниссан? Во как сказал, а? Знаешь, относительно давно. Но изначально я не планировала на нем ездить. Мы покупали его для запчасти для другого автомобиля такой же марки. Но в дальнейшем выяснилось, что этот автомобиль намного бодрее, лучше и надежнее, чем тот, для которого он планировался. Я решила оставить его себе. Я в какой-то момент понял, что Юля действительно очень любит свой автомобиль. И зачем она вообще обратилась в программу «Утилизатор», я не совсем понимаю. Но в последнее время она начала меня подводить периодически и преподносить мне неприятные сюрпризы. Ну, подожди, чуть позже поподробнее про эти сюрпризы расскажешь, а сейчас предлагаю начать викторину. Согласна. Ну и хорошо. Сателлиты межосевого дифференциала на трехосных автомобилях. Это же еще выговорить надо. Monza Ultimate Detailing and Protection. Как можно было на такой вопрос не ответить, читывать мысли, попытаться включить свою экстрасенсорику, которой нет. Здесь даже расстройства никакого не должно быть. Итак, первый вопрос. Согласно приметам автомобилиста, если пинать колесо ногами, будет вариант А – дождь, вариант Б – прокол, вариант В – штраф и вариант Г – прибыль. Интересный вопрос. Надеюсь, что это к прибыли, но думаю, что это к проколу. Итак, твой ответ? Вариант Б – прокол. Вроде вопрос простые, да, да, как показалось? Ну, столько у них. Ты уже засомневалась? Да, я засомневалась. Ну, в принципе-то,
Зря сомневалась, это правильный ответ. Классно. И ты получаешь плюс 4000 рублей. Второй вопрос. Какие цвета дорожной разметки утверждены в России с 1 июня 2018 года? Вариант А – белый и желтый. Вариант Б – белый и голубой. Вариант В – белый, желтый и синий. И вариант Г – белый, желтый, синий, серый. Я почему-то считаю, что все-таки третий вариант В – белый, желтый, синий, потому что, в принципе, желтое и белое, они и раньше были разметки. И это был правильный ответ. И ты получаешь еще плюс 4000 рублей. Класс. А третий вопрос, он у нас вопрос от телезрителей. Итак, сам вопрос. Как в народе называют сателлиты межосевого дифференциала на трехосных автомобилях? Это же еще выговорить надо. Мне кажется, это можно вести новый кастинг на телевидение. Кто выговорит, можно без конкурса взять. Вариант А – балерина. Вариант Б – кукла. Вариант В – матрешка. И вариант Г – балалайка. Ну, в принципе, не буду долго рассуждать, потому что я отвечаю наугад. Вариант матрешка. Может, что-то там между собой собрано как-то. Хорошо. Матрешка, значит, матрешка. Хоть будет не так обидно. Здесь даже расстройства никакого не должно быть. Тем более, ты неправильно ответил на этот вопрос. Да? Да. Очень жаль. Правильный ответ, вариант Б, называется на сленге «кукла». Юль, простые вопросы закончились, и мы переходим к более сложным вопросам. Цена правильного ответа – 8000 рублей. Четвертый вопрос. В июле 2018 года в американском штате Джорджия черный медведь забрался в машину медсестры Керри Уотс, которая приехала к пациенту и забыла закрыть окно. Юль, как ты думаешь, что сделал медведь в машине? Вариант А. Съел бутерброд. Вариант Б. Сорвал детское автокресло. Вариант В. Уничтожил стопку бумаг. И вариант Г. Все сразу. Это был американский медведь? Ну, явно поэтому... американский, видимо. Да, давно так не смеялась. Да у меня до сих пор стоит картинка перед глазами, что он там вытворял. У меня бурная фантазия. Из одного бутерброда он бы не попал в передачу. Мой ответ вариант Г. Все из перечисленного. И это был правильный ответ. И ты получаешь плюс 8000 рублей. Хороший медведь принес мне прибыль. Пятый вопрос. В рамках празднования столетнего юбилея подразделение компании Bentley в 2019 году изготовит ограниченную серию из 100. Вариант А – предметов интерьера. Вариант Б – предметов одежды. Вариант В – бытовых предметов. И вариант Г – предметов искусства. Когда ты сидишь дома, на диванчике, смотришь передачу, ты знаешь совершенно все ответы. И ты думаешь, ну, как можно было на такой вопрос не ответить? Но когда ты сам в этой ситуации, у тебя почему-то куда-то пропадают мысли, воспоминания. Ты вроде чувствуешь, что ты знаешь, но это где-то очень глубоко. Вариант Б – бытовые предметы. Вот как ты думаешь, это правильный ответ или нет? Надеюсь, что правильный, но думаю, что нет. Вот это женская логика. Да, вот это женская логика. Это был неправильный ответ. Ну вот, подвела меня логика. Нужно доверять своей интуиции. Я не доверилась. Получай. Потому что правильный ответ, вариант А, это предметы интерьера. Юль, вот ты знаешь, любой город для каждого человека, он какой-то свой. Скажи, вот у тебя есть какие-нибудь свои интересные места в Челябинске? Да, конечно. Я очень люблю наш город, но я думаю, что улица Кирова. Замечательная наша улица, с чего, собственно, и началась вся история нашего города. Там сейчас на этом месте стоит памятник основоположникам города, основателям города. Там определенная аура, спокойствие. Это второй Арбат, мы его так называем между собой. То есть побывать в Челябинске, не побывать на улице Кирова, это все равно, что побывать в Москве и не посетить Арбат. То есть они чем-то даже похожи. Красивые здания, старые, исторические. Много очень скульптур интересных. Например, скульптура левши, который подковал блоху.
классная скульптура профессионального нищего. Она находится напротив банка. И каждый, кто туда бросит монетку, обязательно получает какую-то прибыль. Недалеко от улицы Кирова находится у нас еще одно очень интересное место. Загадочное. Это элеватор. Находится на самой высокой точке Челябинска. Ранее действующий элеватор, сейчас он не действует. Это здание вошло в топ самых страшных и зловещих мест нашей страны. Потому что существует очень много легенд. Есть легенда про царь-крысу. Царь-крыса повелевает всеми крысами города. Есть легенда про банкира, который при жизни спрятал в стенах элеватора сокровища, но пока их никто не нашел. Самое романтичное место нашего города – это сфера любви. Построили ее не так давно, в 2000 году, и каждая пара считает традицией на свадьбу именно в этот знаменательный день приехать туда и сфотографироваться. Выглядит она очень шикарно, конечно. Стоит на трех дубах. И под этой сферой находит пара. Мужчина и женщина тянут друг другу руки. И традиция каждой пары для дальнейшего крепкого брака с разных сторон подойти и станцевать свой первый танец. Юль, ты так интересно рассказываешь про Челябинск. Ну, поэтому я думаю, что у тебя не будет затруднений с правильным ответом на следующий вопрос, потому что он как раз про твой город, про Челябинск. Отлично. Шестой вопрос. Как называются пологие холмы, располагающиеся в Челябинском городском Бару, недалеко от Центрального парка культуры и отдыха имени Гагарина? Вариант А – монахи. Вариант Б – подвижники. Вариант В – отшельники. И вариант Г – попы. Ну, для жителей Челябинска это наипростейший вопрос. Ответ на вопрос – А. Да я что-то дальше говорить ничего не буду. Это правильный ответ. Потому что я не сомневалась. Да. И ты получаешь плюс 8 тысяч рублей. Действительно, называются они монахи. Ученые-краеведы так до сих пор и не пришли к единому мнению насчет появления названия этих холмов. Одни говорят, что холмы называются монахами еще с крепостных времен, потому что тогда на этом высоком берегу жили монахи-старообрядцы. Другие, что название появилось лишь незадолго до революции. Есть даже версия, что их назвали по фамилии лесничего Монахова, которому еще в советские годы удалось сохранить эти холмы, когда геологи хотели взорвать их в поисках урана. Седьмой вопрос. Монца Ultimate Detailing and Protection. Так называется знаменитая автомойка в Дубае, куда приезжают состоятельные клиенты. Как ты думаешь, что используют сотрудники автомойки, чтобы тщательнее удалять грязь? Вариант А – инфракрасные лампы. Вариант Б – портативную центрифугу. Вариант В – портативные микроскопы. И вариант Г – приборы ночного видения. Так... Вопрос интересный, конечно. Между двух сомневаюсь. Каких? А и Б. Итак, твой ответ? Мой ответ А – инфракрасные лампы. Ну, это, конечно, банально, но думаю так. Конечно, слишком банальный ответ. Поэтому я начала сомневаться и смотреть на реакцию Юры, считывать мысли, попытаться включить свою экстрасенсорику, которой нет. И придется менять свое мнение. Потому что это реально мне вот кажется, что это слишком банально. Сейчас уже их везде применяют. Итак, твой ответ? Ответ В – портативный микроскоп. Я, конечно, сомневаюсь, но надеюсь, опять же. Есть такая поговорка – надежда умирает последней. В данном случае эта поговорка не работает, потому что правильный ответ ты дала. Я даже не надеюсь, но все же верила. Все сотрудники вип-мойки проходят квалифицированное 6-месячное обучение и используют в работе даже портативные микроскопы, чтобы как можно тщательнее удалить грязь. Дорогая кожаная обивка очищается трижды, потом проветривается в течение дня, затем протирается специальным составом из натуральных масел. Стоимость такого спа для автомобиля составляет от 9 до 15 тысяч долларов. В стоимость услуги также входят различные косметические процедуры по кузову и интерьеру автомобиля. Так, ну а чего тогда? Надо переходить к восьмому вопросу. Угу. Уже нормально, хорошо идем. Тебе там все помогают, я так понимаю, логика,
тебе помогает твоя, и интуиция уже, все. Давай, подключай всех, потому что восьмой вопрос очень интересный. Восьмой вопрос. В 2018 году специалисты Всероссийского НИИ переработки нефти разработали новый состав топлива, который может стать более эффективной альтернативой привычному бензину. В его состав, помимо продуктов нефтепереработки, будет входить вариант А – водород, вариант Б – природный газ, вариант В – нефтяной газ и вариант Г – биоэтанол. Я решила изменить тактику, отключить мышление, потому что я начинаю когда сомневаться, это точно будет неправильное мнение, неправильный ответ. То есть... А я решила, пусть будет как будет, а отвечу-ка я вот так. А я отвечу биоэтанол. Это будет наугад. Ну, потому что мне нравится это слово. Это правильный ответ. Здорово. И ты получаешь еще плюс 8 тысяч рублей. Всероссийский научно-исследовательский институт переработки нефти разработал уже 4 композиции нового топлива, состав которого входит от 20 до 40% этилового спирта, получаемого из растительного сырья, так называемый биоэтанол, и дешевые продукты нефтепереработки. Как показали испытания, новый вид топлива отлично переваривается мотором стандартной модификации. В России биоэтанол получают из фуражной пшеницы или древесных отходов. Итак, 9-й вопрос. В конце 80-х годов на Ульяновском автомобильном заводе решили создать новый кузов для автомобиля УАЗ, поставив его на существующее шасси модели 3151. Внимание, вопрос. Специалистам какого известного автопроизводителя было доверено разработать дизайн нового кузова? Вариант А – ВАЗ, вариант Б – ГАЗ, вариант В – Volvo, и вариант Г – Шкода. Угу. Еще интереснее вопрос. Ну, он вроде бы звучит так просто, но в голове у меня замешательство. Викторина у нас автомобильная для женщины, там вопросы довольно сложные. Ну, опять я не знаю ответ наверняка, но думаю, ответ Б – ГАЗ. Буду надеяться. А не, мне просто интересно, а почему вот газ? Вот ты выбрала два варианта, бог с ним, ну, выбрала два, выбрала. ВАЗ и газ. Потому что, ну, не знаю, мне как-то Волга к УАЗику ближе они. То есть ВАЗ, Жигули к УАЗику не ближе? Жигули к УАЗику. Ну, пускай все-таки будет Волга. Волга. Да. Это неправильный ответ. Очень жаль. Ну, согласен, согласен. 8 тысяч ты не получаешь. Потому что правильный ответ – вариант А. Доверили специалистам ВАЗ, Волжского автомобильного завода. Это, конечно, мне стыдно, что я не ответила на такой легкий вопрос, в принципе. Ну, банальное незнание истории. В конце 80-х годов для проектирования нового кузова УАЗа привлекли специалистов ВАЗа, где в это время как раз работали над проектом новой Нивы под индексом ВАЗ-2123. Причин было несколько. Во-первых, на самом Ульяновском автозаводе для его штатных сотрудников в приоритете были работы по модели 3172 для военных. Во-вторых, только что запущенный научно-технический центр в Тольятти располагал самыми современными технологиями, а сам ВАЗ был безоговорочным лидером в создании принципиально новых моделей. Я сейчас хочу дослушать историю, даже ответ на вопрос. Зачем ты продаешь автомобиль, свой красный Nissan, который тебе нравится и который можно, в принципе, подделать и ездить? Он начал преподносить мне сюрпризы слишком часто. То есть был случай, когда мы ехали по трассе, и машина закипела, потому что лопнул шланг охлаждающей жидкости. Мы были с сестрой и с ребенком. То есть две девочки, что делать? Экстренно научились там что-то чинить. То есть это в мои планы не входит. И
Последняя капля была моего терпения. То, что я попала в аварию из-за того, что пропали тормоза неожиданно. То есть я не успела даже среагировать в этой ситуации. Я на эту машину очень обиделась и решила. Мне страшно за нее садиться за руль в последнее время. Какой-то неприятный осадок остался после аварии. Это моя первая авария. Слава богу, что как бы все так обошлось спокойненько, хорошо, но неприятно. Вот у меня сложилось впечатление, что ты все равно эту машину любишь. Ну, конечно, люблю. Это моя первая машина, тем более. А если получится такой вариант, вот эта машина будет полностью отремонтирована в моем сервисе, ты на ней будешь ездить? Не знаю. Юль, ну, у тебя еще, я думаю, будет время разобраться со своими мыслями. А сейчас давай вернемся в викторину. Собралась? Угу. Ну, хорошо. У нас остался последний, 10-й вопрос. Он самый сложный. Рассчитан только на твою сообразительность и эрудицию. Поэтому вариантов ответов на него нет. Цена правильного ответа – 20 тысяч рублей. Готово? Ух, готово. 10-й вопрос. В молодости известный певец Хулио Иглесиас, знаешь такого? Конечно, да. Был футбольным вратарем и выступал за мадридский Реал. Футболист. Если верить поговорке «нет худа без добра», стало причиной счастливого превращения футболиста в музыканта. Хорошие вопросы, даже юмористические. То есть он был футболистом, потом решил стать. Ну, в принципе, я думаю, нет худа без добра, это какая-то травма, наверное, все-таки. Он что-то себе повредил, скорее всего, и не смог играть больше в футбол. Завязался спортом и решил себе другой путь выбрать. Но я очень... Конечно, не хотелось бы, чтобы была травма, но я думаю, что это правильный ответ. Потому что часто меняют спортсмены карьеру после травмы. К сожалению, для футбольного мира появился певец Хулио Иглесиас. Угу. И произошло это действительно из-за травмы. Это правильный ответ. Здорово. И ты получаешь плюс 20 тысяч рублей. Не, ну Юля молодец. Молодец. 2 сентября 1963 года перспективный 19-летний вратарь мадридского Реала Хулио Иглесиас едва не распрощался с жизнью, попав в страшную автокатастрофу. По прогнозам врачей, спортсмену навсегда была уготована инвалидная коляска. Пытаясь побороть стресс, молодой человек начал сочинять музыку и петь, подыгрывая себе на гитаре. А через 2 года Хулио Иглесиас смог встать на ноги. Правда, на спортивной карьере был поставлен крест. Но нет худа без добра. Да, Испания потеряла классного вратаря. Но мир приобрел талантливого певца и выдающегося артиста, получившего поистине всенародную любовь. Ну что ж, Юль, мы подъезжаем к пункту нашего назначения. Итак, мы на месте. Итого твоя сумма составляет 106 тысяч 50 рублей. Вот эти деньги. У тебя есть ровно 1 минута, чтобы принять решение. Говори. Итак, мы на месте. И я предлагаю подвести итог. Я купил у тебя машину за 46 тысяч 50 рублей. За время викторины ты ответил правильно на 7 вопросов из 10 и заработала еще 60 тысяч рублей. Итого твоя сумма составляет 106 тысяч 50 рублей. Вот эти деньги. Я хочу предложить тебе 2 варианта.
Вариант первый, 106 тысяч 50 рублей, которые ты заработала, мы пускаем на ремонт твоей машины. Чиним ее, приводим в порядок, насколько это возможно, на эту сумму, и она остается тебе. Второй вариант, ты забираешь деньги и больше никогда не увидишь свою машину. Можно сказать, твою подругу, которая тебе очень нравилась, с которой вы были душа в душу до тех пор, пока она не совершила ошибку. Ты не стала разбираться, из-за чего это произошло, а просто решила разорвать отношения. Не, может быть, ты где-то в глубине души понимаешь, что поступаешь неправильно, но ты уже решила. Юль, понимаешь, в ситуации с человеком всегда можно все поправить. Можно подумать, через некоторое время созвониться и начать все заново. А здесь и сейчас, забрав деньги, исправить уже ничего не получится. Потому что я покупаю автохлам и утилизирую его для того, чтобы улицы городов стали чище. И я считаю, что это правильно. Не торопись. Подумай. У тебя есть ровно одна минута, чтобы принять решение. Хочешь забрать деньги? Забирай. Но перед этим тебе нужно сказать фразу: «Мне не нужна эта машина, я забираю деньги», которая запустит процесс утилизации. Если выберешь ремонт, то надо просто сказать: «Я оставляю машину и дарю ей жизнь». Я приняла решение. Я забираю деньги. Почему? Я считаю, что она стала опасной для жителей нашего города и для меня. Ну что ж, это твой выбор. Начнем. Говори. Мне не нужна эта машина, я забираю деньги. Громче. Мне не нужна эта машина, я забираю деньги. Thank you.
Вот и все. Что чувствуешь? Непередаваемые чувства. Юль, ну, расстраиваться не стоит. Собирай деньги, они твои. Итак, друзья, пора прощаться. Сегодняшняя участница свою машину не сохранила. Правильно она поступила или нет, не берусь судить. Я видел, как тяжело далось Юле это решение. А ведь как говорят при расставании? Если любишь, отпусти. Это горько, тяжело, но правильно. С вами была программа «Утилизатор» и я, Юрий Сидоренко. До скорых встреч. Пока.